вы ехали, а вы, смотрю, пешком шли, жениха в мешку несли, а старшего боярина в корзине. А старшего боярина в корзине, чтобы не съели свиньи. А старшего боярин горбатым костылем припястый пыльным мешком побитый, чтобы не был сердитый. Ну а что ты говоришь, горбатый? Да у тебя вон с той стороны под гармошкой горбка. И ничего там нет. Мамона, мамона. Не, да вот ты на своих-то девок давно глядела, а? Девки! Девки, да вообще красавицы! Все красавицы, посмотри, какие все красавицы! А первая дружка коса, другая без нос, а третья без уха. Ты про кого говоришь-то? Лима, Лима, проходи! Ой, все вы прозовите, вы аккуратней! Ладно, ладно, мы-то знаем, что у нас все девки красивые, а невеста краше всех. Самая красивая, правда, девчонки? Да! А ваш-то жених богатый ли? Он что, не видно, что ли? Не знаю. Я ж богатый. Не ел, не пил, все деньги не пил. Хороший лапти, а он в таких лаптях. Плясать-то может? Плясать умеешь? Умеет, умеет. Ну ты спляши, спляши. Давай проверим, где у нас казначей. Значит так, принимаем деньгами, пряниками, пирожками, фруктами. Ой, девка ваша, коса наша. Куда по нашим-то Иди сюда. Держи только, чтоб не улетело. Девчонки, ведь это же нам на пряники всем. Хватит нам или еще? Огонь, нормально. Еще? Казначей горит еще. Влад, тут все без денег, не забывай. Денег нет. Все в номере, кошелек в номере. Молодым. Да, ну, девчонки, отпускаем. Какой-то посадок. Доставили себе гнездышко. Не в одном месте родились, а зато в одной семье сгодились. Пашенька красный, ясный сок, красный молодец. И Танюша, девица чудесная. Нравитесь друг другу? Да. Вот так вот. Вот у нас так всегда в России ходит. Ну что? Сват, дорогой, ты ничего не хочешь сказать молодым в науку там? А что сказать? Ну?
напиться, не напиться. Жена не рукавица, а красная девица. А еще у нас говорят, жена не гусли, поиграв на стенку не повесишь. Я знаю, это Паша, это знаю. Колька! 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 Выкупил же косы-то, отдавайте. Давай косы. Косы у нее. Я не знаю, я подумаю. Скажи волшебное слово. Да, вот. Это тебе ваши косы, чтобы только вместе приезжали к нам сюда, к Тане, да, в гости, к родителям. А теперь по старинному русскому обычаю надо бы нам каравай, чтобы молодые оделили снег. Значит, каравай на Руси, да, это символ семейного счастья. И у нас на Руси так принято, чтобы молодые делились своим счастьем, чтобы не хомячили в одиночку, а со всеми, чтобы со всеми делились. Так, где же наш каравай? Ломайте не кто больше, а пополам. Цветочки, может, кому доверишь? Нет? А может быть, пускай укусят? Свидетельницы. Ой, свидетельницы. Тань, может, укусят? Пусть кусают. Может, кусают лучше, кто больше кусает? Это они потом. Потом. Будет еще. Бегуся. Так. Ломайте пополам. Прям ломайте, ну, как получше, но пополам. Ломайте. А вот теперь вот этими вот половиночками вы должны к каждому гостю подойти, а каждый гость отщипнет по кусочку и таким образом приобщиться к семейному счастью Тани и Паши. Да,